Всем приветики, с вами Рулик, и мы продолжаем наш топ обзор ретро автомобильчиков. И сегодня у нас на обзорчике легенда советского автопрома ЗИЛ-157. Легендарный автомобиль, он, можно сказать, поднял нашу советскую армию. Выпускался он на заводе имени Лихачева с 1958 года, и именно его сделали для советской армии. Сделали его на базе ЗИС-151, но тут по сравнению с ЗИСом куча изменений, куча дополнений и всего остального. Вот, модик ребятки сделали, конечно, обалденненький. Мод, можно сказать, в супер профессиональном качестве сделан. Претензий по нему особо никаких нет. Сейчас мы посмотрим, что разрабы данного мода предлагают нам комплектации, что тут есть. Сейчас мы докладненько все это посмотрим. Так, что тут? Может быть, подлечить его немножко? Надо немного. Так, подлечились и поехали. Так, что у нас по кабинам? Кабина одна. Вот, кабинка одна у нас. Шасси у нас 3 шасси. К данному модику двигателя начинается 380 лошадок и 680. Вот тут уже кому как что подойдет. Будете сами смотреть, определяться, на каком двигателе что вам удобненько ездить. Так, по трансмиссии. Начинается у нас тут 8 передач, 10, 6, 16, 12. Также подберете, что кому как будет удобненько. И что, смотря, таскать, какие грузы и все остальное. Так, по интерьеру. Интерьер у нас стандарт. Ну а что тут еще можно придумать? Все как с той эпохи. Все красивенько, все, ребятки, до мелочей. Вот прорисовали, вся приборочка, все работает, даже ручка переключения передач и та работает. Вот такой у нас интерьерчик нашего легендарного ЗИЛа 157-го. Так, дальше, что они нам предлагают? Ну, выбор покраски вот такой. Тут уже поиграетесь, что кому будет до души. Так, дальше, что тут устанавливается? Ну, не особо всего много, но есть с чем поиграться. Тут посмотрите, что кому и как. Вот такое. Так. И по аксессуарчикам. Здесь также можно кое-что подобавлять, кое-что понаставлять. Но это все по желанию и при желании. Так, что у нас здесь? Ага, навигация. Попробуем мы поставим навигацию эту, если будет удобненько с ней ездить. Протестируем, что и как. Ну, вот. Вот так. Оплачиваем. И, как всегда, мы его протестируем в пути.
что он и как. Взял я ему вот такую прицепушку, чтобы ему не так было тяжковато. Ну, хотя он... Сделали его довольно-таки шустреньким. Довольно-таки шустреньким. Сейчас мы это все дело проверим. Так, заводимся и вперед. Ух, звучок-то какой. Ну вот это единственное, что вот как, на мой взгляд, немножко не хватает подсветки в кабине. Была бы, если бы сделали авторы этого мода подсветочку в кабине, было бы вообще шикарно. Но и за это спасибо, что мы имеем возможность полетать на таком легендарном автомобильчике. Так, подклацну-ка я. О, о, ну и куда ты ехал? Вы видали, что делается? Несерьезно. Сразу с разворота получив бочину. Ну, такое. Так, я, как всегда, нахожусь на карте Бразилия. Карта очень обалденненькая. Я ее катаю-катаю, никак не могу обкатать. Занап-то она большая по размеру. Но ничего, зато интересненькая. Карта, что сказать. Говорить тут нечего, тут надо пробовать. Надо устанавливать и тестировать. Получите офигительное удовольствие от этой карты. С чем ее можно сравнить, данную карту? Да, наверное, только лишь с Восточным экспрессом. Тоже карта огонь. Я ее не всю прошел, этот Восточный экспресс, но постараюсь, закончу эту, да вплотную займусь Восточным экспрессом. Там тоже очень интересная карта. Вот, смотрите, что выдает наш ЗИЛ. Какие-то там маны ездят, но мы их делаем на раз. Шустренький получился модик. Ставьте, качайте, получите незабываемое удовольствие от вождения такого модика. Да и разнообразите игрушку. Я думаю, уже всем немножко поднадоели вот эти стандартные машины, которые присутствуют в GTS 2. Так что модики вносят свою изюминку в эту игру. Да еще такие моды. А! Красавец какой. Ха. Сила. Вот это зелочек. Ой-ой-ой. Неудобно рулить так. Но хочется вам показать его во всей красе. Смотрится он в Бразилии, конечно, сила. Ух. Так. О. Ты вообще съехал не туда. Так что, ребятки, я считаю, что данный модик заслуживает вашего внимания. Да и прикольненько на нем полетать. Да, мне кажется, он пойдет на любой карте. Абсолютно на любой. Вот, и смотри, что делают. А мы схитрим. Мы их вот таким макаром всех возьмем. О-о-о-о-о. Ага. Схитрили.
чуть не тарабахнул. Да, машинка жесть. Машинка жесть. Мне кажется, к нему любой прицеп можно подкидывать. И будет он как положено выдавать. Он сразу с лету выдает. Он уже соточка. Для такого ретро-старичка это бомба. Опа, а ну-ка. О! Под горочку без вопросов. Стоячие эти маны и все остальное. Красавчик. Красавчик, красавчик. Посмотрите, какая карта бесподобная. Как все выглядит. А эта версия у меня 1.32. А что будет на 1.35? Даже не знаю. А, куда ты? Орел, я так хотел город пройти на одном дыхании. И выскочил орелик непонятный. О, он понял свою ошибку и сразу нам начал уступать дорогу. О. Так, ну не будем затягивать видео. Я думаю, что все и так поняли, что модик офигительный. Сейчас где-то найдем местечко. Припаркуемся. Опять в город въехали. Пешеходики он ходят еще. Так, так, так. Опа. Вот так. Так, ну что, ребятки. Я думаю, что можно смело ставить, качать, летать и получать наслаждение. Вот такого модика. Да к тому же и вес этого мода 62,5 мегабайт. Это не очень таки и много для такого шикардосного модика. Так, понравилось, ставим лайки. Подписываемся на каналчик. Ждем новых обзорчиков. Будут и обзоры, и стримы. А на этом мы с вами попрощаемся. Всем пока, с вами был Рулик. До новых обзорчиков. Всех благ, пока-пока.